Well, ladies and gentlemen, after five incredible rounds of action, we go to the scorecards. All three judges score it 50-45. Your winner by unanimous decision, Piotr No Mercy! Я с победителем Петром Яном. Прекрасная демонстрация смешанных единоборств. Конкурентный, яркий поединок. Переживал ли ты перед оглашением решения судей? Потому что я знаю, что ты не всегда согласен с их вердиктом. Всем здравствуйте. Я чувствовал по раундам, что я веду, но в UFC все бывает. Один раз меня уже очень сильно опрокинули. Это твой сын, и если я не ошибаюсь, он впервые вживую смотрел твой поединок в UFC. Как тебе выступление папы? Я очень рад победе папы! Ты бился с лучшими из лучших, ты бывший чемпион. Что ты хочешь делать дальше? Эй, ребят, перед этим боем Мираб говорил, что Дэвисон Фигередо — это главный претендент, который заслуживает титульник. Я хочу спросить, Мираб, что ты скажешь сейчас, когда я побил главного претендента в нашем дивизионе? Я хочу рематч с Мирабом. Сделаем это. Друзья, хочу поблагодарить всех болельщиков с СНГ, с России, кто приехали поддержать. Огромное всем спасибо. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Петр Ян, леди и джентльмены.